Друзья, всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о замечательных попугаях, карелах нимфа. Немножко я вам показал, какие бывают карелы, бывают бесщеки, бывают щекаты, но все они одинаково приятные, одинаково ласковые и очень дружелюбные. Так что вот такие карелы — это самый популярный попугай, или можно правильно сказать, один из самых популярных попугаев, которые живут у нас дома. То есть в квартире или где-то в частном доме, кто-то делает живые уголки. В общем, друзья, я хотел бы вам сегодня немножечко показать, как можно улучшить условия содержания наших, ваших карел. Перед вами игровой стенд для карел. Ну, он подойдет и для волнистых, и для кокариков, и для перчев, в общем, для средних и для мелких попугаев. Крупный попугай, конечно, тоже подойдет, но буквально на день или на два дня, и он все это разберет, крупный попугай. А средним и мелким это самый будет то, что нужно. Здесь есть качеля, такая и такая. Итак, клетка и игровой стенд. Сейчас по порядку все покажу. Вот сейчас видно, как там и шишки, и игрушки всякие разные играют. Значит, вверху у нас игровой стенд. Видите, как смотрится? Значит, сейчас стенд становится на клетку. Вот, пожалуйста, клетка на столе, а стенд игровой сверху. Можно так. Это заказчик попросил сделать такие условия, чтобы игровой этот комплекс становился на клетку. Все, мы подогнали размеры, все четко. Значит, снимается абсолютно легко. Вот так, раз, вы сняли его. Можно там его помыть или переставить на стол, поставить на окошко, поставить в любой уголочек, где попугаю будет комфортно. Вот, а клеточка остается. Размеры данной клетки. Высота 60 сантиметров. Длина 50 и глубина 35. Для карел самое то, что надо. Здесь есть дверка одна. Сбоку есть вторая дверка. С другого боку есть третья дверка. Вы можете повесить скворечник, или просто вам можно будет с разной стороны, вы можете добраться до любого угла. Ну и повесить там кормушку, поменять жердочку, когда это нужно будет. Также в клеточке есть у нас поддончик. Удобным образом он выдвигается и задвигается. Все это можно мыть, поддерживать чистоту. В общем, вот такая клетка, это для карел. Сейчас давайте отдельным образом рассмотрим игровой стенд. Вот так выглядит игровой стенд без клетки, скажем так. Мы уже немножко зерна запаслись нашим попугаем. Значит, смотрите, есть игрушки. Все из натуральных материалов. Это шишка. Попугаи любят очень грызть эти шишки. Когда шишка сгрызается, вы просто выкручиваете крепеж и вкручиваете новую шишку. Таким образом, у вашей птицы всегда будут свежие лесные шишки. Здесь у нас веревка. Я применил джутовую веревку, потому как в ней не заводятся обложки, пироеды, пухоеды. В джуте не заводятся. Есть еще, допустим, белые веревки, там как канат, только маленький. Ну, я не рекомендую, потому что вот в хлопке в этом веревках могут завестись разные нежелательные паразиты. Здесь есть качеля, здесь есть лестница. И обратите внимание, значит, толщина присеста позволяет максимально попугаю открыть лапки, а, допустим, толщина поперечинок лестницы позволяет попугаю максимально сжать свою лапку. Таким образом, он свои суставчики постоянно у него подвижные. А то бывает так вот, сидит на крупной, а на мелкую попугай не садится. А в природе попугай должен, ну как в природе он садится и на крупную, и на среднюю, и на мелкую. Вот, пожалуйста, данный стенд позволяет нам
попугайчику разрабатывать свои лапки, суставчики. В общем, вот это такая новость. Сейчас я вам еще немножко покажу своих карел. У кого появится желание приобрести клетку или такой игровой стенд, вы можете всегда позвонить или написать WhatsApp. Я все это сделаю с удовольствием и отправлю вам почтой. Или приехать, доставлю на адрес, если это по Армавиру, к примеру. Армавир, Краснодарский край. В общем, друзья, вот такие новости. Вроде бы ничего не забыл сказать. Но если что-то забыл, вы спрашивайте, пожалуйста, у кого-то есть какие-то вопросы. Всегда вопросы есть, были и будут, так что пишите, будем разбирать ваши вопросы. Ну и еще хочу сказать, плюсы этого стенда, то, что птица, здесь так раз, снимается легко. Птица будет всегда заниматься делами, ей будет не скучно, когда вы на работе. Ну и, соответственно, таким образом птица будет проводить очень... весело, я бы сказал, свой досуг птичий. По поводу кормежки, сейчас начинается осень. Я рекомендую вам всем запастись тыквой. Приучать попугайчиков к тыкве, к тыквенным семечкам. Это будет своего рода профилактика гельминтов. Очень полезно и натурально. Вот сейчас перед вами карелы. Это бесщёкие карелы. Они в основном чисто белые. Бывает просто чисто белый, бывает вот с таким рисунком на крыльях. А вот здесь у нас тоже карелы, но это, видите, классическая карела с красными щечками. Но и цвет этой карелы, его и белым не назовешь. Он немножко с таким желтым оттенком. Ну и обратите внимание, голова птицы окрашена более ярко желтым цветом. Потому что многие говорят, вот у нас белая карела, называют вот эту птицу. А на самом деле белое — это вот то, что сейчас вы перед этими видели. Здесь вот вы видите у меня пополнение небольшое. Пара дала 3 птенчика. 2 птенчика сейчас вот позируют. Значит, смотрите, вот первый снизу, ну немножко он левей и ниже, это мальчик. Вторая сидит, это самка. Третий — это птенчик. И четвертый тоже птенчик. Да, а здесь перед нами сейчас 2 птенца, а третий птенец в домике. Он, получается, еще любит в домике посидеть. Может, там ему теплее, сейчас у меня уже в помещении плюс 18, плюс 17. Но карелы вполне устойчивы к холодам. И к кратковременным заморозкам тоже устойчивы. Главное, чтобы не было сквозняка. Видите, как они внимательно слушают. Вот этих птенцов, третий и четвертый, которые сидят у вас, их, в принципе, вот сейчас уже можно брать, приручать, учить разговаривать. И, в принципе, получится очень контактный, очень общительный попугай. Возраст вот этих птенчиков, вот то, что сейчас на видео у вас, 1,5 месяца. В 30 дней карела вылетает из гнезда. Карела с крыльями. Птенец умеет абсолютно летать. У него, в принципе, вырос хвост. Ну, может быть, там 2-3 сантиметра потом дорастет. 2-3 недели родители докармливают, и в 1,5 месяца карелу, птенчика, можно забирать от родителей. Раньше не рекомендуется. Ну вот, вот так вот выглядит птица, которой 1,5 месяца. Если вы видите в магазине карелу короткую, с короткими крыльями, с коротким хвостом, маленькую, это говорит о недоразвитости птицы. Потому что бывают продавцы, говорят, ой, хвост маленький, крылья летать не умеет, малыш, берите, берите, все вырастет. Нет, друзья, не попадайтесь на таких шарлатанов. Будьте внимательны, осторожны. Желаю вам удачи, здоровья вам и вашим пернатым. Обращайтесь, пишите, звоните. Всего всем хорошего. До скорой встречи.